Котласская птицефабрика – одна из крупнейших птицефабрик Архангельской области. За последние годы она пережила немало трудностей. Предприятие, сменившее нескольких собственников, находилось в затяжном кризисе. Несмотря на попытки развить производство, птицефабрика была закрыта и выставлена на торги. В конце 2015 года ее выкупил предприниматель из Ухты. Птицефабрика – это одно из старейших предприятий нашего муниципального образования. И вот эти постоянные смены собственников, трудности, которые были на предприятии, конечно, мы всегда за ними наблюдали и в этот процесс включались. Благодаря тому, что мы не оставили предприятие без внимания, нам удалось с управляющим в свое время, это уже несколько лет прошло, договориться, чтобы продали единым комплексом, чтобы не развалили предприятие по частям. После реконструкции птичников, замены коммунальных сетей, завоза птицы, новый собственник вернул коллектив на свои рабочие места. И вот первый положительный результат. С сентября 2016 года птицефабрика выдала более 2,5 миллионов яиц. Сейчас в работе у нас 2 промышленных корпуса со взрослой птицы, общим поголовьем 110 тысяч голов, и задействовано 3 молодняковых цеха. Поголовье 86 тысяч. Сегодня мы производим 100 тысяч яиц в сутки. В январе планируется запуск нового цеха с итальянским оборудованием на 80 тысяч поголовья. Современные апартаменты заселит тот самый молодняк, который начнет производить яйца уже ближайшей весной. Там все автоматизировано, все механизировано. Если раньше на фабрике были цеха поголовьем порядка 30 тысяч голов и обслуживало 3-4 человека, то сейчас один корпус 80 тысяч поголовья будет обслуживать один человек. Сегодня коллектив птицефабрики 52 человека. Надежда Кокошкина пришла работать на птицефабрику еще в 2003-м. Она, как и весь коллектив, очень переживала за судьбу предприятия, а потому, не раздумывая, вернулась, когда ее пригласили. Мы каждый раз хотим верить, что у нас все-таки оно будет, как говорится, существовать, что будут рабочие места. И в этот раз мы тоже надеемся, что будет все хорошо. А новые вакансии будут. В следующем году на птицефабрике.